У стоящей над лютиком эльфки тоже были черные глаза и буйно опадающие на плечи волосы цвета вороного крыла, только на висках заплетенные в две тоненькие косички. На ней была короткая кожаная курточка, надетая на свободную рубаху из зеленого сатина, и облегающие шелковые брючки, заправленные в сапоги для верховой езды. Бедра обмотаны цветным платком. Эльфка наклонилась над Геральтом. У нее были длинные ресницы, неестественно бледная кожа, обветренные, потрескавшиеся губы. Она носила ожерелье из фигурных кусочков золотистой бронзы, нанизанных на ремешок, несколько раз обернутый вокруг шеи точка. Край света. Тарувель Аэпэшихиэль, Польск. Таурувил, эльфийка, Скаятаэль. Ненавидит людей и все человеческое. Будучи весьма импульсивной и задиристой, способна к поступкам, в которых она вскоре раскаивается. Участие в литературной саге. Край света. Застав Геральта и Лютика на месте встречи Сильвана Торкви и эльфов, она сбивает ведьмака лошадью. Заметив, что связанные пленники очнулись, она обращается на старшей речи к Геральту. Удивившись, что он также на нем говорит, вступает с ним в короткую перепалку, закончившуюся разбитой в ярости лютней Лютика. Недооценив ведьмака, она подходит слишком близко к нему. Воспользовавшись случаем, находящийся в бешенстве, Геральт со всей возможной силой ударяет ей лбом по лицу. Разбив нос, эльфийка было берется за кинжал, но вдруг начинает рыдать. После появления королевы полей, она перед уходом в горы, дарит Лютику новую лютню взамен разбитой. Час презрения. Будучи уже с Каятаэлем, она, заметив идущего по дороге конника, будет Яевинна. Заметив, что он собирается его убить, она пытается его переубедить, но тщетно, несмотря на ее возражение, он убивает идущего по тракту Аплигата. Крещение огнем. Около Брокелона, она в составе группы Кайниаха встречает Мильву. Выслушав ее жалобу по поводу их стремления сразу после краткой передышки идти в бой, эльфийка говорит о их долге перед уже сражающимися с Каятаэлями. Владычица озера. Вместе со спасшимися после битвы с Каятаэлями, она натыкается на группу калик, возглавляемая Люсьеной. Она голодна и одета в рванину. Со слезами на глазах она принимает их хлеб. Глава 4. Так же, как я и Вин на болотах, Тарувель предстает перед Геральтом, лидером группы Скаятаэлей, которые на берегу озера укрылись в пещере. Дополнительно. В книге намекают на то, что Тарувель больна бесплодием и очень страдает от этого. В польской версии игры Тарувель озвучивает Бажена Стакур. В английской версии игры Тарувель озвучивает Анастасия Траверс.